Астана, стадион Астана-Арена, центральный, не побоюсь этого слова, матч тура. На ваших мониторах одно из самых интереснейших противостояний нашего чемпионата, дерби двух столиц. И время, в которое проводится этот матч, явно удобен всем, и игрокам обеих команд, и зрителям, которых сегодня собралось достаточно. Немало. А столичная Астана принимает алматинский Кайрат. Это тот Кайрат, что сейчас, можно сказать, на ходу. В первом круге, когда команды встречались в Алматы, подопечные Вайса еще не набрали оптимальной формы. Говорит, что и сейчас они в оптимальной форме, я, конечно же, не буду, но тем не менее, этот Кайрат явно сильнее, когда проигрывал на своем поле в первых турах. Тогда оборона, конечно же, была незначительно слабее, чем сейчас, но вот в атаке алматинцы преуспели. Кстати, в атаке есть потери, но о них позже. Что касается Астаны, то сейчас команда Бабаяна значительно сбавила обороты, особенно в игре в атаке. Все мы увидели, что команда очень зависима от своего лидера Фокси Китевуама. Я, пожалуй, начну с составов обеих команд. Алматинский Кайрат, форма синяя, 16 номер голкипер Дмитрий Хомич, 2 Заурбек Плиев, 3 Марк Гурман, 5 Александр Кислицын, 8 Самат Смаков, капитан команды, 9 Бауржан Исламхан, 13 Ермек Куантаев, 17 Аслан Дарабаев, 19 Михаил Бакаев, 20 Любомир Михалик, 27 Артур Едигарян. Главный тренер алматинского Кайрата Владимирович Вайс. Астана, форма желтая, 85 номер в воротах, голкипер Владимир Логиновский, 12 Игорь Пикалкин, 4 Виктор Дмитренко, 5 Марин Аничич, 77 Дмитрий Шамко, 6 номер капитан команды Кайрат Нурдаулетов, 8 Марат Шахметов, 13 Серикжан Мужиков, 22 Бауржан Джулчи, 20 Ренан Брессан и 76 номер Атанас Курдов, исполняющий обязанности главного тренера Григорий Константинович Бабаян. Судит сегодня матч Игорь Алешин из Павлодара. Ему помогают Евгений Бельский из Тараза и Семен Журавлев из Павлодара. Резервный судья Марат Искаков из Астаны. Сегодняшний матч с вами будет смотреть я, Ербол Каиров. Сейчас ждем выхода на поле игроков обеих команд. И вот они появляются на поле. Сейчас 90 минут увлекательнейшего матча ждет нас с вами, дорогие друзья. Сейчас прозвучит гимн Республики Казахстан. Thank you.
Прозвучал гимн Республики Казахстан. Команды приветствуют друг друга сейчас. А капитаны команд решат, кто же будет первым вводить мяч в игру. Помимо этого матча, сегодня в 15-м туре казахстанской премьер-лиги встречаются талдыкорганские ЖТСУ против Актобе, семейский Спартак против Тараза, шымкентские Ордабасы против павлодарского Иртыша, Атырау против карагандинского Шахтера и кызылординский Кайсар дома принимает костанайский Табол. А турнирная таблица такова, что сейчас после 14 туров Актобе располагается на первом месте, опережая на 7 очков карагандинский Шахтер, который имеет в своем активе 26 очков. На третьем месте расположилась как раз таки Астана, игру которую мы сегодня с вами увидим. 25 очков у подопечных Григория Бабаяна. Ну, а алматинский Кайрат расположился на пятом месте. 23 очка. Учитывая, что первые туры команда располагалась на дне турнирной таблицы, этот результат, в принципе, вполне приемлем. Учитывая и потери у алматинцев, в атаке не могут сегодня выйти на поле Мамаду Сисе и Милош Лачный. Сегодня номинальным форвардом будет играть Артур Едигарян. Помогать ему из глубины будет Аслан Дарабаев. И вот капитан обеих команд разыграли право ввода в игру. И алматинцы контролируют мяч. Игра началась. Не могу не сказать и о том, что есть потери у Астаны. А атакующие футболисты Фокси Китевуама и Сесеро сейчас защищают цвета своих национальных сборных. Фокси Китевуама, как вы знаете, играет за Центральноафриканскую Республику. Ну а Сесеро, имеющий также португальское гражданство, в ночь 31 мая на 1 июня отыграл за свою сборную, то есть за Гвинею Бисау, и даже отличился забитым голом. Кайратовцы контролируют мяч. Вот следуют потери. Пока вся борьба преимущественно проходит в центре поля. Сейчас Михаил Бакаев с мячом делает передачу на Артура Едигаряна, однако не добежал только что в этом эпизоде армянский полузащитник. И вновь с мячом подопечный Григория Бабаяна. Кстати, эти клубы между собой провели 11 матчей. 6 раз победу праздновали астанчане. Вот сейчас атака была в исполнении подопечной Григория Бабаяна, и все. Ничего опасного, в принципе, не было. Как я уже сказал, 11 матчей, 6 побед у Астаны. 4 раза игры между этими клубами. 4 раза сыграли в ничью. И один раз, лишь один раз, замечу, дорогие друзья, Кайрат праздновал победу. Но только что диктор на стадионе поздравил с днем рождения защитника алматинского, извиняюсь, столичной Астаны Ельдоса Ахметова, который празднует свой 24-й день рождения. Упустили только что кайратовцы мяч за боковую. Это был Аслан Дарабаев. И быстренько ввели мяч в игру подопечные Бабаяна. Вот здесь Логиновский вновь выбил мяч в аут. И сейчас справа исполнение аута перешло к алматинцам. Вот здесь Смаков делает передачу на Кислицына, но в этом эпизоде Пикалкин на чеку и выбил мяч за боковую. Кстати, недавно стали известны потенциальные соперники этих клубов в Лиге Европы. Как вы знаете, эти клубы будут защищать цвета Казахстана в международных
о матчах. И среди них имеются такие клубы, как норвежский Русенборг, шведский Гетеборг, хорватский Сплит, азербайджанский Интер. И здесь атака футболистов Астаны, но не точно были только что. А подопечный Бабаян, уже вторая атака в исполнении футболистов в желтом. Видно, что не хватает форвардов у алма-атинцев. Пока что не клеится ничего. Впереди мяч Идигарян получает. А что с ним делать, он пока не знает. Конечно, с Мамаду Сисей алма-атинцам намного полегче, учитывая, что тот имеет достаточно обширную богатую фантазию. Знает, как распорядиться мячом, когда придержать мяч, а когда пробить. Вновь Смаков с мячом. Здесь Гурман. Михаил Бакаев. Перевод на левый фланг. Ошибочка. И здесь Бауржан Джолчиев имел возможность разогнаться, однако упустил мяч за боковую. Вновь с мячом Михаил Бакаев. Его приобретение было достаточно удачным. Пришел он из Владикавказской Алании. Принял казахстанское гражданство. И по сообщениям в прессе рассматривается Юрием Красножаном в качестве кандидата. Вот здесь навес, однако вовремя вынес мяч за пределы штрафной Марин Аничич. Атака кайратовцы продолжается. Вторым темпом атакуют подопечные Вайса. Дарабаев обыграл одного. Снова с мячом Дарабаев. Но тут как тут Сережан Мужиков. Мяч перехватил уже Атанас Курдов. Но болгарки нападающий, к сожалению, ошибся в этом эпизоде. Исламхан с мячом. Сейчас делает передачу. Нет, налево не стал делать. А передача на Артура Дигаряна не прошла. Заурбек Плиев только что мог сыграть на подхвате. Однако упустил мяч за боковую линию. И атака подопечных Вайса на этом захлебнулась. Кстати, в параллельных матчах сегодня, а также в 17.00 начали встречи Талдыкурганский ЖТСУ и Актобе, а также семейский Спартак против Тараза. Остальные матчи начнутся значительно позже. Ну а самым поздним поединком будет матч в Кызылорде, где кызылординский Кайсар принимает кустанайский Тобол. Вот здесь мяч в центре поля. С мячом Марат Шахметов делает передачу на Джилчиева. Отобрали мяч алматинцы у Джилчиева. Михалик. Перевод на правый фланг. Бакаев. Бакаев на Гурмана. Кстати, Гурман не попал, к сожалению, в список Юрия Красножана, который будет готовиться к товарищескому матчу против национальной сборной Венгрии. Эта игра пройдет 7 июня на стадионе Ференц Пушкаш. Вот здесь контролируют мяч алматинцы, прессингуют их астанчане. И не знают, что предпринять впереди подопечные Вайса. На одного игрока алма-атинца бросаются сразу же два столичных футболиста. Вот здесь Бауржан Исламхан, к сожалению, не сумел обработать мяч и упустил за боковую. Джолчиев скорость набирает, однако ошибается здесь передачи. Алма-атинцы атакуют. Ну, конечно, когда в твоем активе есть такие опорники, как Нурдаулетов и Шахметов, атаковать алматинцам будет очень сложно. Их сразу же встречают эти два цепких полузащитника. А также отсутствует в составе Роджер Каньяс. Навес! Нет, здесь ошибается, однако алматинцы не сумели организовать атаку. И контратаку идут сейчас
подопечный Бабаяна. Зрячий пас делает Ренан Брессандис. Бауржан Джилчиев. На правом фланге входит штрафную. Передача, но, к сожалению, его пас на Курдова не прошел в этом эпизоде. Кислицын с мячом. И медленно идут в атаку. Ответную, замечу. Футболисты из Алматы. Дарабаев. Нет, извиняюсь, Самат Смаков. И падает здесь в столкновении с Брессаном. Капитан алматинского клуба. А начинал Смаков сезон в качестве центрального защитника. Однако Вайс, учитывая его диспетчерские способности и физическую мощь, использует его уже в средней линии, назвав его одним из лучших казахстанских исполнителей. Да, здесь, конечно же, заметно, что не хватает впереди у алматинцев нападающего. И Дигарян, конечно же, не обладает столь мощным ростом, но, к сожалению, не может ничего предпринять. Переигрывает его, конечно, значительно высокие Аничич и Дмитренко. Кстати, центральные защитники Астаны в этом году как никогда успешно сыгрались. После ухода Зилао его место занял Марин Аничич. И на удивление многих балканский легионер в составе Астаны все же заиграл. Хотя, конечно, по имени Зилао немножечко, скажем так, более именитый футболист. Но Аничич не дает здесь развернуться атакующим футболистам Кайрата. Здесь Курдов делает передачу на Брессана. Удар! Хомич на месте. Успокаивает он своих защитников. Я в порядке, говорит Дмитрий Хомич. И вводит мяч в игру. Здесь Кислицын уже на правом фланге оказался. Обыграл Нурдаулетова. Но с передачи, к сожалению, Кислицын ошибся. Явно, конечно, диспетчерские способности у этого футболиста никогда не проглядывались. Нурдаулетов бросил в прорыв здесь Джалчиева. Джалчиеву мешает Заурбек Плиев. Упал в этом эпизоде Заурбек. Обыграть его Бауржан Джалчиев, к сожалению, не сумел. Мяч ушел за боковую. Отбрасывают подопечные Бабаяна. Сейчас мы слышим, как активно поддерживают свою команду болельщики Кайрата. Бакаев, Гурман, Исламхан. Вот здесь достаточно жестко против него сыграл Марат Шахметов, оттеснил корпусом и выбил мяч за боковую. Вообще же эти команды намерены всерьез бороться на пьедестале почета. Так скоро этим командам предстоит защищать честь в Еврокубках. Так что нужно во что бы то ни стало развивать гандикап от остальных команд. Ведь летом будет совсем тяжело, особенно алматинскому Кайрату. У них в запасе несколько дублеров, такие как, скажем, Рифат Нурмугамед и Куаныш Советов. Конечно же, с моей точки зрения, эти футболисты защищать от цвета основного состава пока не готовы. Но кто его знает, может быть, эти футболисты обладают значительным талантом и сходу смогут заиграть. Помните, как в прошлом году был одним из лидеров, не побоюсь с этого слова, защитник Сергей Келлер. Но, к сожалению, сейчас мы его не видим. По моим сведениям, Сергей Келлер сейчас выступает в первой лиге. Здесь получает мяч Ердигарян, адресует Исламхану. Но, к сожалению, Исламхану мяч Марат Шахметов отобрал. Нет, это был Игорь Пикалкин. Молодцом в этом эпизоде сыграл защитник молодежной сборной. Отобрал мяч у своего капитана этой же команды. Михаил Бакаев здесь получил мяч. Делает передачу на Исламхана. Исламхан возвращает защитникам. И будут искать новые пути для создания опасных моментов. Игроки алматинцев. Кислицын здесь подыграл
своему партнеру Едигарян. Немножко ниже опустился. Нет, надо Артуру, конечно же, вперед бежать. Там никого нет. Куантаев, Едигарян. И Диас пытался пробить за Орбек Плиев, но подскользнулся, к сожалению. Воспитанник осетинской школы футбола. Поговорю, что у Плиева приличный таки удар. Сейчас он пытался нам это продемонстрировать, однако подскользнулся, как я уже говорил, за Урбек. А так в целом достаточно сильно выглядит Плиев в составе Кайрата. Вот Дешамко получил мяч. Сделает передачу своим партнерам. Но не понял его, конечно же, Серикжан Мужиков. Кстати, появление Мужикова в последних матчах несколько удивляет. Ведь долгое время Серикжану не удавалось завоевать место даже на скамье запасных. Сейчас Серикжан Мужиков достаточно стабильно выступает за команду из столицы. И здесь свисток арбитра и штрафной удар зарабатывают алматинцы. Готовятся исполнить штрафной удар. Здесь было бы хорошо, если бы Смаков подошел к мячу. Все мы знаем, какие шикарные передачи, какой поставленный удар с обеих ног у Самата Смакова. Однако доверил он это право своим партнерам. Подача. И головой выносит мяч за боковую Атанас Курдов, который прибежал на помощь своим защитникам. Куантаев здесь прессинговал его. Все тот же Курдов. Снова с мячом Куантаев. А Курдов продолжает прессинговать. И здесь свисток арбитра. Нарушили правила в этом эпизоде хозяева поля. Марк Гурма с мячом. Перевод на левый фланг. Бакаев снова с мячом. Гурман. А пока без опасных моментов проходит эта игра. Да, дважды по воротам Хомича пробивал Серикжан Мужиков. Перехватил мяч Кайрат Нурдаулетов, но, к сожалению, ошибся с передачи. А Кайрат, видимо, волнуется. Против своего бывшего клуба сейчас играет Нурдаулетов. Конечно же, добежать до Бауржан, до мяча Бауржан Джилчиев в этом эпизоде никак не мог. Исламхан. Исламхан на Гурмана. Тот налево. Плиев. Плиев возвращает мяч на Гурмана. Смаков. Перевод на правый фланг. Здесь Любомир Михалик. Куантаев. Да, частенько, конечно же, грешат неточными передачами подопечные Вайса, но ошибается с передачами и хозяева поля. Здесь Едигарян получил мяч. Что же делать, что же делать? Нет, назад надо давать передачу здесь. Дарабаев. Сохранили мяч в этом эпизоде алматинцы. Смаков. Смаков на Бакаева. Гурман. Так вот, казахстанские болельщики с нетерпением ждут старта в Еврокубках с участием казахстанских команд. В принципе, на первом этапе Астане и Кайрату вполне могут достаться не самые сильные клубы, такие как, к примеру, Мальта, из Мальты Биркеркара, ирландский Слига Роверс, Хонка из Финляндии, всеми известный нам болгарский Ботев, армянский Пунник, словенский Рудар, албанский Кукесси, грузинская Чехура и другие. Вот здесь отворот сейчас играет Владимир Логиновский.
Игры первого квалификационного раунда состоятся 3 июля. А ответные 10 июля. Да, около месяца сейчас для того, чтобы подготовиться к ответственным матчам у обеих команд. Вот здесь Мужиков получил мяч, делает передачу направо на Курдова, но передача была очень сильной. И сейчас претензии высказывает своему партнеру болгарский нападающий, а Дмитрий Хомич ведет мяч от ворот. Далее здесь поиграть мячом Дмитрию Хомичу. Хомич далеко вперед. Здесь маленький Дигарян, конечно же, не сможет побороться с мячом с высоким Аничичем. Исламхан дирижирует игрой своей команды сейчас. Молодой полузащитник. И сразу трое налетели здесь на Исламхана. Естественно, Алешин прав. Здесь нарушили правила хозяева поля. Быстренько ввели мяч в игру. Здесь и Кислицын получил мяч, обыграл одного. Исламхан. Бакаев здесь оказался в центре поля. Перевод на левый фланг. И противостояние сейчас достаточно жесткое. Здесь мяч на левом фланге. Передача в штрафную. И Дигарян играет до последнего. Молодец, выцарапал себе мяч. Подача, но, к сожалению, для болельщиков алматинского клуба Логиновский на чеку. А Брисан здесь в очередной раз ошибается с передачей, белорусский полузащитник. И контратаки у команды хозяев не получилось. Здесь прекрасная возможность для того, чтобы организовать опасную атаку, имели алматинцы. Однако никого в штрафной не оказалось. Это был Ермек Куантаев. Да, все правильно сделал в этом эпизоде. А Ермек, однако, как я уже говорил, форвардов у команды Вайса нет. И Дигарян бегает между позицией форварда и атакующего полузащитника. Естественно, по привычке тянет и в опорную зону. Бакаев сыгрался с Плиевым, но с мячом. А Бакаев, Исламхан обыграл одного. Перевод на правый фланг. Здесь Кислицын с мячом. Ему противостоит Мужиков. И вновь неточная передача. Уже на Дигаряна здесь не сумел сделать точный пас игрок Кайрата. Тем не менее, алматинцы контролируют мяч. Смаков. Бакаев. И дальняя передача здесь на левом фланге. По-моему, Плиев здесь. Да. Нарушал правила в этом эпизоде Плиев против Пикалкина. И быстренько ведут свободный удар. Сделает это голкипер Владимир Логиновский. Кстати, в этом сезоне Логиновский очень даже прилично стоит в воротах столичного клуба. И даже забыл. Заставил забыть о потере Ненада Эрича. Ну а сербский голкипер все еще оформляет казахстанское гражданство. И когда закончится этот процесс, даже сам Эрич не сможет нам ответить. Здесь Исламхан на правом фланге. Сразу двое на него налетело. А вот бросают алматинцы. Кислицын. Бакаев.
Удар! Ну, конечно же, пробивать Бакаеву сейчас было очень неудобно. Можно было бы остановить мяч, благо поблизости, в принципе, никого не было, обработать и технично положить его в дальний угол. Джалчиев здесь выиграл воздушную дуэль. А кто на подхвате? К сожалению, Курдов его в этом эпизоде немножечко не понял. Хомич. Дмитренко. Джалчиев разгоняется. Противостоит ему в этом эпизоде Бакаев. Выиграл дуэль Джалчиев. И сделал передачу на невысокого Мушикова. Дмитрий Хомич на месте. Броске. Словил мяч. С мячом Михаил Марк Гурман. Успокоилась сейчас немножечко игра. И смотрим за новой атакой в исполнении алматинского клуба. Бакаев. Дарабаев. Плиев. Снова с мячом. А Дарабаев. Поблизости никого нет. Можно идти вперед. Михалик. Отобрали мяч. Останчане. Есть возможность организовать атаку. Но... упустили мяч. Смаков пошел вперед. Здесь напрашивается передача на Куантаева. Однако Смаков в передаче, к сожалению, ошибся. Шамко. Абрессана. Кайрат Нурдаулетов. Курдов на левом фланге получил мяч. На Мужикова. Мужиков на скорости обыгрывает Михалика. Входит в штрафную, но, к сожалению... передачу сделать не сумел. И угловой зарабатывает Мужиков. В отсутствии Фокси Китуама. Стандартное положение исполнит Ренан Брессан. Так, смотрим подачу углового. Следует подача. И здесь... голова Михаила Бакаева, который дважды вынес мяч за пределы штрафной. И отворот сейчас играет Дмитрий Хомич. Кстати, в параллельных встречах счет пока не открыт. ЖТСУ, я напомню, принимает Актобе. Ну а семейский Спартак играет против Тараза. Там также счет 0-0. Ну а мы возвращаемся на поле. Здесь ошибается с передачи Останчане. И на Дигарян играет Исламхан. И вновь ошиблись алматинцы. Тем не менее, атака... их продолжается. Мяч на левом фланге. И упал здесь. В борьбе со своим оппонентом. Кто-то из игроков Астаны. Это Игорь Пикалкин. Алешин подбежал к футболисту. Узнать о состоянии здоровья. Все нормально. Футболист поднялся на газон. И вводит мяч в игру. Логиновский. Аничич сыгрался с Нурдаулетовым. Снова с мячом. Аничич здесь уже на левом фланге оказался. Шахметов. Мяч у Шамко. Да, борьба в этом матче
проходит практически на каждом участке поля. В этом я вижу частые ошибки в передачах. Здесь атакует Останчане. Передача, удар, гол! Ренат Брессан открывает счет в этом матче. Счет 1-0. Да, грамотно только что разыграли атаку подопечный Бабаяна. Отмечу футболиста, который делал зрячий пас в штрафную. Чем не преминул воспользоваться Ренан Брессан. Неужели мы видим сейчас возвращение Брессана? Потихоньку этот футболист набирает форму. Даже ходили слухи о том, что достаточно известный игрок может в межсезонье покинуть состав Останчан. А благо занимает легионерскую позицию, но потихоньку начал оправдывать выданные авансы. Экс-бразильский подданный, по-моему, это первый гол. А Брессана в составе Астаны. И вот в таком матче принципиально важном отличился Ренан. Да, начало положено. Сейчас будем смотреть, как себя поведут в этой ситуации алматинцы. Тренер гостей подталкивает на то, чтобы атаковать и атаковать, создавать моменты у противоположных ворот, однако пока не клеится. А вот быстренько ввели алматинцы. Смаков на Кислицына играет. Михалик на Гурмана. Да, немножечко обескуражены забитым голом в исполнении Брессана. Времени у подопечных Вайс еще прилично. Я напомню, что в матче первого круга в Алматы матч закончился со счетом 0-0. Тогда игра прошла достаточно в нервной обстановке. И красные карточки заработали футболисты Кайрата. У них там случился конфликт на поле. Но я подробностей, естественно, вдаваться не буду. Все вы помните, здесь получил мяч Дарабаев. Будет бить. Нет, не стал пробивать. И здесь Кислицын. Передача на своего партнера. Но, к сожалению, не понял его партнер. Атака продолжается. На правом фланге получил мяч Кислицын. И блокирует его подачу Курдов, который сейчас решил помочь обороне. Аут. Быстренько разыграли алматинцы. Снова с мячом Кислицын. Исламхан. И вновь ошибка в передачах. Сыграно уже чуть больше получаса. Счет 1-0. Единственный мяч пока забил Ренан Брессан. Как говорится, спать еще не пора. Ночные клубы еще не открылись. Самое время смотреть футбол. Астана играет против Кайрата. Здесь попытались организовать атаку астанчане, но Шахметов в этом эпизоде сыграл не совсем удачно. И штрафной удар заработали сейчас хозяева поля, который исполнят либо Шамко, либо Брессан. Подача! И здесь вновь Михаил Бакаев. Кстати, во время стандартных положений этот футболист оказывается в нужное время, в нужном месте.
Здесь толпотворение в штрафной. А площади гостей. А аут бросает Маринанич. Достаточно сильно вбросил. И здесь удар! Второй мяч забивают астанчане. Ошиблись в этом эпизоде защитники, в частности, Марк Гурман и Бауржан Джилчиев. Вонзил мяч в ворота Дмитрия Хомича. Счет 2-0. Неожиданный счет, конечно же, а для такого матча. Но я напомню, что у алматинцев серьезные потери, в частности, в атаке не хватает Момуду Сисе. Не помешал бы сейчас и Милош Лачны. И вот плод этих потерь сейчас как раз таки на табло. Счет 2-0. Я не знаю, за счет чего сейчас будут отыгрываться алматинцы, но шансы, естественно, есть. Моменты у команды Вайса были. Нужно немножечко внимательнее к ним относиться. Попытались организовать атаку сейчас алматинцы. К сожалению, не получилось. И в контратаку идут подопечные Бабаяна. Есть возможность для того, чтобы забить третий мяч. Почувствовали уверенность сейчас подопечный Бабаяна. Удар! В исполнении Шамко. Выше ворот. Да, сейчас несколько раскрепощеннее стали действовать астанчане. Особенно после второго забитого гола. Да и после первого, я думаю, сил у команды Бабаяна прибавилось. Но, как я уже говорил, обескуражены сейчас алматинцы с мячом. Кислицын, Исламхан догонит ли? Нет, конечно же, тяжело сейчас догнать мяч. Здесь противостоит ему по-моему, Дмитренко. Да. Это Виктор. Сейчас небольшой конфликт случился у игроков обеих команд. Все нормально. И отворот. Играет Владимир Логиновский. Открыт счет в матче, который проходит в Талдыкургане. Прервалась сухая серия голкипера национальной сборной Андрея Сидельникова. Его серия составляла 642 минуты. Ну а поразил владение Сидельникова легионер из Талдыкургана Боти Демель. Здесь штрафной удар заработали астанчане. Нурдаулетов, Шахметов. Мяч на правом фланге. Здесь Игорь Пикалкин. Кстати, Пикалкину, конечно же, будет тяжело после возвращения Абзала Бесибекова. Бесибеков вчера сыграл свой последний матч за польскую корону. Его команда безнадежно уступила. 1-5. В этом матче принял участие и нападающий нашей сборной Сергей Хижниченко. Но Хижниченко, насколько я знаю, остается до конца года в расположении корону. Ну а Бесибеков скоро вылетит в Астану. Ну а мы возвращаемся на поле. Здесь борьба на каждом участке поля. Стелятся в подкатах сейчас футболисты обеих команд. Джилчиев получил мяч в центре поля. И грубо сейчас против него сыграл Заурбек Плиев. Свисток арбитра молчит. Игра продолжается. Михаил Бакаев. Здесь на левом фланге мяч. Снова с мячом Бакаев на Смакова. Идигарян. Смаков. Перевод на правый фланг. Здесь
Исламхан. Удар. Нет, слабенько пробил в этом эпизоде Бауржан. Опечаток наложил и то, что мяч задел кого-то из защитников астанчан. Сейчас угловой удар будет исполнять Аслан Дарабаев. Сыгрался с Исламханом. Подача! Удар! Счет 2-1. Красиво только что подал Бауржан Исламхан. Заурбек Плиев головой расстрелял ворота Лагиновского. Да, чудесный матч сегодня мы с вами наблюдаем. Уже три гола увидели в первом тайме. К чести алматинцев сдаваться на милость победителям они не стали и красиво разыграли угловой. Дарабаев делал передачу на Исламхана. Тот после недолгой паузы подал штрафную. А там оказался Заурбек Плиев, который головой поразил ворота Астаны. Счет 2-1. Вся борьба вся еще впереди. Ввел мяч в игру Лагиновский. Здесь выиграл воздушный дуэль Михалик. Шамко. Вторым темпом сейчас будет атаковать астанчане. Вновь с мячом Шамко. Ну, Михаил Бакаев, естественно, играет до конца. По-другому он не может. Быстренько ввели мяч астанчане. Лагиновский. Так играть опасно. Дигарян прессингует голкипера. К счастью, расстояние между Дигаряном и Лагиновским было достаточно большим. Сейчас солнышко поднялось в Астане. И тяжеловато, конечно, смотреть футбол. Противоположные трибуны. Бакаев. Кислицын. Кислицына Михалика. Сейчас на кураже можно второй мяч забивать в раздевалочку. Посмотрим. Исламхан на Куантаева. Куантаев на правом фланге. Будет обыгрывать. Партнера нет. Делал передачу на Исламхана. И тот на Едигаряна играет. И делал уже забегание Куантаев. Но оборона Астаны на высоте. Брессана завалили в этом эпизоде. Оказался на газоне. Автор первого гола. Сейчас проходят три игры 15-го тура, и в двух из них мы увидели голы. Параллельные встречи. ЖТСУ поразил ворота Актобе, ну а в Симе счет пока равный 0-0. Смаков на Исламхана. Прошел сразу двоих. Кислицын подыграл ему. Исламхан! Найди Горяна, бей! Нет.
тяжело было в этом эпизоде пробивать. Дмитренко ему противостоял. Кислицын. Подача и угловой. Будут подавать алматинцы. Реальнейший матч. Момент только что имел Артур Едигорян. Но с левой ноги пробивать Артуру было тяжело. Вновь Дарабаев подает. Может быть, еще раз так же разыграете. Нет, по-другому уже. Удар Исламхана. Мимо, к сожалению, пробил Бауржан. Не дал мячу опуститься на землю. И сходу пробил. Девятый номер Кайрата. Отворот. Лагиновский. А сейчас посмотрим, сколько же добавит первому тайму. А Игорь Алешин с мячом. Жолчиев. Передача. Смаков выиграл воздушный дуэль. Идут в контратаку алматинцы. Сегодня как никогда активен Кислицын. И захлебнулась на этом атака гостей. Бакаев. Смаков. И все, свисток. А на перерыв счет 2-1. В составе остальные отличились Ренан Брессан и Бауржан Джулчиев. У гостей Заурбек Плиев. У нас есть 15 минут для того, чтобы отдохнуть. Ну а вы, дорогие друзья, перерывы матча сможете посмотреть опаснейшие моменты первой половины игры. Я с вами не прощаюсь. До встречи через 15 минут.
Еще раз здравствуйте, уважаемые любители футбола. Сегодня мы находимся на стадионе Астана-Арена, где столичный футбольный клуб принимает алматинский Кайрат. Кстати, друзья, а вам понравился первый тайм? Мне да. Проще говоря, слабовато выглядит в атаке Кайрат. Радует лишь Исламхан и Кислицын. Старается, правда, и Дигарян. Астана, забив два мяча, немного успокоилась. Правда, Джолчи впереди активен. А вот Курдов не успевает за передачами партнера. Благо, хотя бы в обороне успевает отрабатывать. Не знает словацкий тренер Вайс, кого впереди использовать. Играл в атаке в предыдущем матче Сидельников. Может быть, Нехтия попробовать. Но тот не впечатлял и никогда... Не впечатлял вообще-то. На моей памяти он блеснул лишь раз. Это было на УТС в прошлом году, перед подписанием контракта. И вот не знаю, рискнет ли сегодня вести его в игру Владимир Вайс. Второй тайм начался. В составе Астаны отличились Ренан Брессан и Бауржан Джулчи. У Кайрата мяч головой забил Заурбек Плиев. А с вами я, комментатор Ербол Каиров. Продолжаем смотреть второй тайм. Интереснейший матч. Надеюсь, не один гол сегодня увидим мы во второй половине игры. Михалик. Мяч далеко вперед. Здесь Исламхан получил мяч на правом фланге. Но, к сожалению, переиграть Шамко тяжело. Оказался здесь на газоне кто-то из игроков Кайрата. И Игорь Алешин подзывает медицинскую бригаду. Кстати, я уверен, что некоторые из вас только-только присоединились к нашему нашей трансляции на FFK TV. Поэтому я повторю для них составы обеих команд. Кайрат — форма синяя, 16 номер в воротах. Голкипер Дмитрий Хомич, второй Заурбек Плиев, третий Марк Гурман, пятый Александр Кислицын, восьмой капитан команды Самат Смаков, девятый Бауржан Исламхан, тринадцатый Ермек Куантаев, семнадцатый Аслан Дарабаев, девятнадцатый Михаил Бакаев, двадцатый Любомир Михалик и 27-й Артур Едигарян. Сейчас будут оказывать помощь защитнику Астаны. Нет, все нормально. Он уже в строю. Вышел на газон. Астана — форма желтая. В воротах 85-й номер голкипер Владимир Логиновский. 12-й Игорь Пикалкин. 4-й Виктор Дмитренко. 5-й Марин Аничич. 77-й Дмитрий Шамко. 6-й Карат Нурдаулетов. 8-й Марат Шахметов. 13-й Серикжан Мужика. 22-й Бауржан Джулчиев. 20-й Ренан Брессан. И 76-й Атанас Курдов. Судя сегодня матч Игорь Алешин из Павлодара. Ему помогает Евгений Бельский из Тараза и Семен Журавлев из Павлодара. Резервный судья Марат Искаков из Астаны. Сейчас как раз таки хозяева поля заработали. Штрафной удар у мяча Ренан Брессан. Послушал сейчас Бабаяна Брессан и будет следовать его указаниям. Сейчас посмотрим. Это подача! О, к сожалению, тяжело было. И отворот. Играет Дмитрий Хомич. Немножко неточно только что сыграл Брессан. А в целом задумка была интересной. Кто-то должен был расстрелять головой Хомича. Атака Кайрата, Бакаев. Едигарян. Бакаев. Исламхан здесь получил мяч. Ну так ошибаться нельзя, благо. А Михаил Бакаев сохранил мяч. Перевод на левый фланг. И Пикалкин головой вынес мяч за лицевую линию. Заурбек Плиев отдает мяч Смакову. Да, конечно же, удачно подключился Плиев в первом тайме
в атаку и забил первый мяч своей команды. Ну а будут ли еще голы в исполнении команды Вайса, посмотрим. У мяча Пикалкин. Итак, дальше пошло-поехало. Шахметов. Шамко. Шамко на Мужикова. Здесь сразу двое налетают на Серекжана. Снова Шамко. Нурдаулетов. Мужиков. Перевод на правый фланг. Пикалкин. Этому парню нужно стараться еще больше. Бесибеков не дремлет. Скоро прилетит Абзал из Польши. Посмотрим. Нурдаулетов. Передача в центр и падает. Серикжан, свисток арбитра, молчит. Контратаку сейчас пошли подопечные Вайса. Шамко выцарапал мяч. Здесь на левом фланге Дмитрий получил мяч. Подача. Мне, к сожалению, тяжело. Не точно сделал передачу Дмитрий. Шахметов. И Дигарян. Есть возможность убежать в атаку. Исламхан. Кислицын. Снова Исламхан. Оборона Астаны не дремлет. Смаков. Будет ли бить? Нет. Не стал пробивать. Дарабаев. Ну. Удар! Штангу пробил только что. Артур Едигарян. Напомнила мне эта комбинация в эпизоде со взятием ворот. Только тогда атаковали кайратовцы правым флангом. Сейчас Дарабаев, получив мяч на левом фланге, сделал мягкий навес на Едигаряна. Но тот головой пробил в штангу. А вот Плиев в первом тайме не промахнулся. Счет по-прежнему 2-1. Мужиков здесь потерял мяч. Кайратов атакует. Бакаев. Смаков. Перевод на левый фланг. Плиев. И лежит на газоне Заурбек. Алешин идет выяснять, что же произошло. Разговаривал сейчас Смаков с Алешиным, доказывая правоту своей команды. Эффект от разговора, естественно, был. И заработали штрафной удар. Алматинцы. У мяча Дарабаев. Итак, смотрим. Ух, как трибуны напряжены. Подача. Вторым темпом атакуют каратцы. Бакаев на Дарабаева. Кислицын. Разобрался сейчас сразу двумя. Кислицын, Смаков, Надарабаева, Плиев, подача. Да, не точно. Вполне перспективной была сейчас атака. Аут бросают хозяева поля. Но я напомню, что сегодня 15-й тур. Семейский Спартак играет с Таразом. Талдыкурганский ЖТСУ выигрывает со счетом 1-0. Актобе. Совсем недавно начались поединки в Атрау и в Шымкенте. Атрау играет против каргадинского Шахтера, а Шымкентский Ордовасы против павлодарского Иртыша. Через 50 минут начнут играть КСР и Тобол. А вновь свободный удар. И у мяча Самат Смаков. Подача в штрафную и
на месте оказался Владимир Логиновский. А такими подачами Логиновского не удивить. А вот сейчас удивил, едва не удивил со знаком минус Логиновский, бросив мяч рукой. И Дигарян мог зацепиться за мяч и поразить уже пустые ворота. К счастью, все обошлось. Смотрим атаку Астаны. Она, к сожалению, успехами не увенчалась. Кислицын. А Бакаев обыграл Бресана. Перевод на левый фланг. Плив. Исламхан. И грудью скинул мяч Шамко своему голкиперу. Пикалкин. Да, незавидное положение сейчас у алматинского Кайрата. Проигрывают 1-2, так еще и 4 легионера травмировалось. Это и Момоду Сиссе, и Кнежевич, и Маркович, и Лочны. Жестко сейчас играют астанчане. Тем не менее, в рамках правил. Шахметов на Бресана. Бресан получил мяч. А почти в центре поля и ошибся с передачей. Сейчас дает указание Самат Усмакову, тренерский штаб Кайрата. Ну а в составе Астаны замена. Вместо Марата Шахметова на поле вышел Георгий Жуков. Я об этом парне вам уже рассказывал. Очень перспективный игрок. И свою необходимость он доказал нам в Санкт-Петербурге, где молодежная сборная Казахстана играла на Кубке Содружества. Здесь упустил возможность для того, чтобы пробить Бауржан Исламхан. Ну а я рассказывал вам о Жукове. А Жуков — воспитанник бельгийской школы футбола. Родился в Казахстане, тогда еще в городе Семипалатинск. Является земляком Самата Смакова. А так вот, их связка с Исламханом в Санкт-Петербурге вызвала в некоторой роде удивление тем, что так быстро сыгрались эти два полузащитника. И не хуже Баторика выглядел в том турнире Георгий Жуков. Правда, долго оформлял казахстанское гражданство Жуков. И вот сегодня на поле дебют в официальном матче за основной состав Астаны. Пришелся на матч с Таразом. Вот сегодня второй поединок Георгия. Атакуют каратовцы. Бакаев сыгрался с Идигаряном, но в завершении Бакаев не так уж и хорош. Бресан. Аничич. Аничич на Шамко. Тот возвращает мяч. Жуков. Смаков. Бакаев. Новая атака Кайрата. Последует передача. Дигарян. Перевод на левый фланг. Плив. Снова Дигарян. Не дал сейчас развернуться армянскому полузащитнику Виктор Дмитренко. И аут будет бросать астанчане. Замену производит Григорий Бабаян. На поле вместо Бресана выходит Сергей Остапенко. Да, Остапенко в этом сезоне не является основным игроком.
Но выходя на поле неизменно доказывает свой класс. Исламхан. Столпотворение в штрафной. Удар! Буквально с 5 метров сейчас промахнулся игрок Айрата. Реальнейший момент упустил. Заурбек Плиев. Естественно, есть за что себя корить. А мог сделать дубль. Всегда дубли в исполнении защитников вызывают удивление. Это и является показателем класса. Прессинговал здесь сейчас курдов оборонцев Кайрата. Так вот, на поле вышел Остапенко. Проигрывает он конкуренцию Курдова. Тот, правда, блеснул лишь в одном матче, сделав хет-трик ворота павлодарского Иртыша. И все. Бенефис Атанаса на этом завершился. Но Остапенко забил единственный мяч в кубковой встрече против земляков из Астаны 1964. Дигарян. Плиев. Дарабаев. Передача в центр. Исламхан. О, мяч у Бауржана отобрали. И в контратаку пошли астанчане. О, неужели это Марин Аничич? Защитник пошел в атаку. Не так часто я вижу, как Марин идет вперед. Лишь когда его команда исполняет стандартное положение. Да, счет 2-1. А вот если бы на поле был бы Фокси Китувама, игра у Астаны была бы даже поинтересней. Это добавило бы еще больше изысканности центральному матчу. Здесь Дарабаев. О, как грубо сыграл против него Остапенко. Да. Небольшой Дарабаев против грузного Остапенко. Плиев. Так, так. Исламхан. Передача в центр. Грубо сыграл сейчас Маргунма против Нурдаулетова. И на газоне оказался Кайрат. Ну а Гурман заработал желтую карточку. Приглашает сейчас Игорь Алешин медицинскую бригаду. Будут оказывать помощь Нурдаулетову. Я надеюсь, что с Кайратом все нормально, учитывая, что очень много времени пропустил Нурдаулетов в межсезонье и в предыдущем сезоне. Достаточно серьезная травма была у Кайрата. Перенес операцию в Москве. Так что играть так грубо против авторитетного футболиста, думаю, не стоит. Ему еще в Венгрию лететь. Кстати, матч в Венгрии в Будапеште пройдет на стадионе Ференц Пушкаш 7 июня. Здесь атака правым флангом, к сожалению, упал. А Дарабаев, окажись в нужное время, в нужном месте, Дарабаев бы без труда поразил ворота Лагиновского. Ему в том эпизоде никто бы не помешал. А, отбрасывают алматинцы. Гурман с мячом. Перевод на правый фланг. Куантаев. На скорости обыгрывает своего оппонента. Передача. Гол! Аслан Дарабаев сравнивает счет. Как часто вы видите, дорогие друзья, когда гандикап в два мяча отыгрывается. Сегодня как раз таки такой момент. Счет 2-2. И после впечатляющего прорыва Ермека Куантаева, его не менее впечатляющей передачи, Аслан Дарабаев поражает ворота Лагиновского. Счет равный 2-2.
Я рад, что сегодня мне довелось комментировать этот впечатляющий матч. Я думаю, зрители тоже не пожалели, что пришли на стадион, либо настроили свой монитор как раз таки на проект ФФК ТВ. Падает здесь Остапенко. Получал передачу от партнеров. Мячом каратовцы. Ошиблись здесь передачи. Желчиев смещается вправо, будет делать передачу в штрафное, пытается обыграть Плиба и падает. Алешин говорит: поднимайся, Бауржан, все нормально, пенальти не будет. И идут в контратаку сейчас алматинцы. Смаков, сейчас посмотрите, какие разрывы в линиях у Астаны. Перевод на левый фланг, Дигарян. Так, вторым темпом сейчас атакуют алматинцы. Плиев, Гурман, Бакаев, Михалик, Куантаев. Может, еще один такой забег сделать? Нет, в этот раз Мужиков его не пропустит. Бакаев, Адарабаев. Да, здорово, конечно же, выглядит Аслан в составе Кайрата. Вспомните, сколько скептиков было во время перехода воспитанника Каргадинской школы футбола в Кайрат. Немногие верили. А вот вновь расцвел Дарабаев. Я думаю, скоро будет играть в основе национальной сборной, если продолжит в том же духе. Ну а мы продолжаем смотреть матч. Здесь атакуют астанчане. Курдов. Желчиев! Можно пробить! Но пока блестяще сейчас отражает Дмитрий Хомич. Конечно же, за голову надо хвататься Желчиеву. Такой реальнейший момент упустил. А Желчиев идет подавать угловой. Дмитрий Шамко. Трибуны заряжены. Подача! Удар! И вынес сейчас мяч. А на угловой защитник кайратовцев. Можно сказать, из пустых ворот вынес оборонец алматинцев. Снова Шамко и снова угловой. Подача! Удар! Шамко. Еще одна подача. Отбились алматинцы. Нет. До конца играет астанчане. Марина Ничич подключился к атаке. А да, украшение сегодняшнего тура — это матч на Астана-Арене. Я надеюсь, что после таких поединков в столице футбол будут любить еще больше. Мячом астанчане. Нурдаулетов. Аничич. Головой сейчас сыграл Остапенко. Впереди никого нет. Несколько потерялся на поле Георгий Жуков. Я думаю, этому парню нужно еще сыграться, понять партнеров, их философию. У него все еще впереди. Благо есть
данные, за счет которых можно прогрессировать. Вот как раз мячом таки Жуков идет вперед. Будет бить! Пробил. А Хомич без труда словил мяч. Я бы на месте Георгия приблизился бы чуть-чуть ближе. А благо защитники кайратовцев не мешали. Дарабаев пошел вперед, ищет адресата. И упустил мяч Бакаев. Ответная атака Астаны. Джолчиев на правом фланге. Молодцом играет Заурбек Плиев. Аут будут бросать астанчане. Правда, долго они это делают. Бежит Бровке Марина Нечич. Подача! Хомич на месте. Сейчас небольшая потасовочка. Естественно, матч напряженный, нервы сдают у многих футболистов. Нет, парни, так нельзя. И желтую карточку сейчас получает. По-моему, Михаил Бакаев. Нет, меня поправляют. Говорят, что Дмитрий Хомич получил желтую карточку. Асмаков продолжает спорить с Алешиным. Все, сейчас игра возобновится. Конфликт, как говорится, исчерпан. У мяча Дмитрий Хомич. Аничич выиграл воздушную дуэль. Куантаев. Ошибся здесь Ермек с передачи. Аут разыгрывает алматинцы. Гурман. Дали поиграть здесь Хомичу. Перевод на правый фланг. Бисламхан. Непонятно, что сделал здесь Баторик в этом эпизоде. Жуков. Отправлял в прорыв здесь Остапенко. Георгий. Снова с мячом Жуков. Противостоял ему в этом эпизоде Самат Смаков. Исламхан разгоняется, остановился, выдержал паузу, дал мяч Бакаеву. Плиев успешно противостоит ему в этом эпизоде Бауржан Джолчеев. Отбрасывает Пикалкин. Смаков. Плиев пошел вперед. А передача на Дарабаева в этом эпизоде не прошла. Тем не менее, мяч сохранен. Аут. И вновь Плиев. Падает Идигарян. Штрафной удар назначает Игорь Алешин. Стоит отдать должное Алешину, который не дал развернуться страстям на поле, подобные тем, что были на центральном стадионе в Алматы. Тогда было несколько удалений. Столпотворение штрафной Астаны. Исламхан подает. А мяч вынесен за пределы штрафной. Куантаев. Хомич. Пикалкин. Пикалкин на Джолчиева. Жуков. И падает Георгий. Грубо сыграл против него Едигарян.
Нурдаулетов на Дмитренко, тот своему партнеру Аничичу. Снова с мячом Аничич. Дмитренко прессингует. Едигарян играет до конца. Остапенко. Нурдаулетов на Джолчиева. Джолчиев сейчас разгонится. Аля Роналду сейчас играет. Джолчиев и падает на газон. И желтую карточку заработал Плиев. Вот как раз таки при стандартных положениях, которые адресованы в сторону ворот. А Дмитрия Хомича не хватает как раз таки Жарко Марковича, который грамотно играет на втором этаже. Следует подача. Удар! Вот это да! Хомич только что блестяще сыграл. А на линии... А игрок Астаны оказался в положении вне игры. Так, все успокоились. Играть еще осталось порядка 15 минут. Наслаждаемся футболом высокого класса. Дмитренко отобрал мяч. Здесь у него Артур Едигарян. На скорости обыгрывает сразу двоих. Так, прошел одного. Передача на Дарабаева. Отворот. Астана. Шамко пошел вперед. Конечно же, ничья сегодня не устроит ни одну, ни другую команду. А Астана, потому что вела в счете со счетом 2-0. А кайратовцы поймали игру. Особенно во втором тайме. Так, Желчиев прошел, делает передачу на Остапенко. Тот на Жукова, удар! Красиво. Но неэффективно. Да, приличный удар у Жукова. Еще бы чуть ниже, и мяч залетел бы в верхний дальний угол ворот Хомича. Мужиков сохранил мяч. Аничич. Так, на позиции форварда сейчас уже играет Аслан Дарабаев. А Дигарян спустился чуть ниже. Здесь Маков ошибся с передачей. Удар. Это бил Курдов. А вот Курдов в сравнении с Жуковым пробил очень мягко. Такими ударами Дмитрия Хомича явно не удивить. Открыт счет в Семее. Тарас выигрывает в гостях со счетом 1-0. Также в Шымкенте забили первый мяч Ордабасы. Одолевает Иртыш. Также счет 1-0. Ну а мы возвращаемся в игру. Продолжаем наслаждаться. Дарабаев. Смаков с ним сыгрался. Снова с мячом Дарабаев. Бакаев. Бакаев на Гурмана. Гурман пошел вперед, обыграл Курдова. Плиев. Передача в центр. Дарабаев. Кислицын. Идет вперед. Едигарян. Будет бить. Так и есть, пробил. А мяч никого не задел. И Логиновский отворот играет.
Аничич. Передача партнеру. А по центральной оси обороны Дмитренко тот вернул мяч. И опять Дмитренко. Жуков. Прессингует сейчас. А более мощный Бакаев. В беседе со мной Георгий Жуков рассказывал о том, что старался не потерять форму в процессе оформления казахстанского гражданства. И вот я вижу, что находится он в отличной форме, несмотря на юный возраст. Так, Остапенко получил мяч. Перевод на правый фланг. Здесь Джолчиев. Плиев выбил мяч головой. И вновь бежит Марин Аничич подавать аут. А вот Пикалкину это право не доверяет. Просто очень далеко забрасывает мяч балканский защитник. В этот раз то же самое. Что-то в стиле Шахтера пробует делать астанчане. Далеко вбрасывает Аничич. А там головой форварды могут расстрелять. Вот здесь несколько размешил трибуны Сергея Остапенко, потеряв мяч в безобидной ситуации. И Дигарян на левом фланге. Вмещается в центр. Передача пяткой на Смакова. Что ж предпримет Смаков? Перевод в центр. Исламхан. Снова Смаков. На правый фланг. А здесь несколько вальяжно действовал Ермек Куантаев. И потерял мяч. Ох, как грубо сыграл только что Серикжан Мужиков. Как бы прямое удаление не заработать. Так, сравнялся счет в Шымкенте. Ордабасы Иртыш 1-1. И вновь Алешину приходится подолгу беседовать с игроками, лишь бы страсти на поле не разгорелись. Ответственность сегодня на запредельная. Все, игра возобновилась. Нет. И вновь в центре внимания Алешин. Третью замену производит Бабаян. Вместо Серикжана Мужикова на поле выходит Дамир Куяшевич. Запасными у Астаны все в порядке. Ну, вы сами посудите. А на скамье сидят голкипер Денис Толебаев, Эльдос Ахметов, Танат Нусербаев, Евгений Постников. У Кайрата голкипер Сергей Качук, Бауржан Шерхан, Тимур Досельский, Рифат Нурмугамед, Владислав Нехти, Владимир Сидельников и Куаныш Советов. Атырау повел в матче против карагандинского Шахтера. Гол забил Андрей Карпович, опытнейший полузащитник национальной сборной Казахстана. Так, там счет 1-0. Но мы возвращаемся к игре. Мячом астанчане. Дмитренко на Аничича. Нурдаулетов. Снова Аничич на Жукова. Так, ничья сегодня не нужна ни одной, ни другой команде, поэтому нужно атаковать.
Я думаю, силы у обеих команд еще есть. Правда, а резерва нету у алматинцев. Так, Идигарян. На Бакаева. Удар! Нет, можно было организовать интересную комбинацию. Но Бакаев решил иначе. Жуков. Ошибся здесь в передаче Георгия. Смаков. В очередной раз уже выигрывает дуэль у Жукова. А опытнейший капитан алматинцев Исламхан радует глаз сегодня. Да и не только сегодня этот полузащитник. Напомню, что в составе Астаны Исламхан играл, но, к сожалению, в 11 матчах отличился лишь раз, преимущественно выходя на замену. Да, Астана — это явно не его команда. Здесь Остапенко имеет возможность убежать от защитников. Удар! Выше ворот пробил Остапенко. А времени играть осталось совсем немного, а Остапенко транжирит такие моменты. Как жаль. Идигарян. Ответ атаки. У Кайратов все-таки не получилось. Астанчане продолжают атаковать. Джолчиев. Противостоит ему в этом эпизоде Смаков. Все нормально. Молодой Джолчиев против опытнейшего Смакова. И штрафной удар. Кому же его не пробивать, как Дамиру Куяшевичу, мастеру стандартных положений. Да и свеженький сейчас у нас черногорский полузащитник. Стеночку выстрелили кайратовцы. Свисток арбитра. Удар! Едва не ошибся сейчас Дмитрий Хомич. Сам же исправил ситуацию, правда. Хозяева поля подают угловой. Следует подача! Нурдаулетов попытался повторить взятие ворот сборной Ирландии. С той же позиции примерно пробивал Нурдаулетов и забил мяч. А ворота, не помню, кто защищал, по-моему, Шейгибин. А вот сейчас Нурдаулетову повезло меньше. И вновь атака Астаны. Заурбек Плиев с этим не согласен. Выбил мяч далеко вперед. Дарабаев. Передача на Исламхана. Исламхан центр. Здесь Идигарян будет бить. Так и есть. Вот это да. Крестовина. Да. Реальнейший момент. Едва не зашли с ума сейчас болельщики алматинцев. Могли вырвать победу в концовке матча. Но Идигарян не сказать, чтобы подвел, но не сумел притворить мечты алматинцев в жизнь. И подарить Кайрату всего лишь вторую победу в противостоянии против столичного клуба. Аничич. Остапенко. Получил мяч на левом фланге. Мяч назад. Куяшевич. Тот на Дмитренко играет. Аничич. Остапенко. Курдов. Курдов направо здесь. Джолчиев
Мяч не получил, но заработал его. И падает сейчас игрок Астаны. Свисток арбитра молчит. Жуков контролирует мяч сейчас. Астанчане. А жалко, что последние 5 минут моментов у ворот Хомича не были созданы. И 4 минуты добавил сейчас Игорь Алешин к этому интереснейшему противостоянию. Дерби двух столиц. Есть возможность сейчас убежать. Исламхан на правом фланге. Одна из последних возможностей. Да, угловой сейчас заработал Исламхан для своей команды. Играть еще 4 минуты. И замену. Даже двойную производит Владимир Вайс. Владимир Сидельников под 15-м номером выходит Владимир Сидельников. И заменяет он Аслана Дарабаева. Под аплодисменты покидает поле Аслан Дарабаев. Автор взятия ворот. Также на поле выходит Владислав Нехти. Выходит вместо Ермека Куантаева. Это больше тактическая замена. Или же усиление атаки. Подача. И удивил со знаком минус сейчас игрок Кайрата, запустив мяч. Чуть ли не в трибуны. Джалчиев. Джалчиев на Остапенко. Остапенко убегает. Нет. Не успевал Сергей за этой передачей. Нарушили правила алматинцы. Жуков. Жуков на Джалчиева. Едигорян. Я сегодня лично для себя открыл Едигоряна. А с новой стороны, оказывается, Артур очень даже ничего. А в атаке. Бакаев. И падает сейчас Сидельников. Атака Астаны. Кордов. Нет, против массированной обороны болгарину, конечно же, тяжело. Исламхан отправляет прорыв кого-то из недавно вышедших на поле футболистов. Это Сидельников и Нехти. Хомич. Далеко вперед. Выиграл ли здесь воздушный дуэль Марин Аничич у Сидельникова. Шамко. Кояшевич. Сегодня как раз один из таких моментов, которых Кояшевич не усилил игру своей команды. К счастью, для болельщиков это происходит нечасто. И третью замену производит Владимир Вайс. На поле появится Бауржан Черхан. Не успел произвести замену тактическую. Владимир Вайс. Матч завершен. Счет 2-2. Боевая ничья на Астана-арене, которая подарила массу впечатлений и удовольствий болельщикам, да и самим игрокам. Такие матчи, несомненно, усиливают и украшают наш чемпионат. На поле была жаркая борьба на каждом участке поля, красивые комбинации, сумасшедшие удары, в основном издалека. Ну а я
Ербол Каиров, прощаюсь с вами. Скажу респект алматинцам, которые, не имея в составе ни одного нападающего, сумели отыграть два мяча и даже едва не вырвали победу. Естественно, я не являюсь болельщиком алматинцев. Я просто констатирую как факт. Алматинцы сегодня приятно удивили. Думали, что сегодня последует разгром после счета 2-0 в пользу Астаны. С этим не согласны были алматинцы. Счет 2-2. Я уже прощаюсь. Всем до свидания.